Здравствуйте, друзья! Сегодня мы разберем с вами технику отстройки по касам, собранной стойки на руках. Если вы ее никогда раньше не делали, то постарайтесь начинать со следующего варианта. Кисти рук мы ставим на ширине плеч, средние пальцы смотрят строго вперед, как в нижнем упоре в Чатуранга Дандасана. Затем приседаем и стараемся коленями обхватить себя повыше за плечевые суставы. После этого старайтесь подниматься на носочки, перенося вес тела чуть-чуть на руки. Если у вас получается, старайтесь оторвать по одной ноге. Сначала одну, подышать несколько циклов дыхания, затем другую. Если получается, старайтесь оторвать обе ноги. Существует несколько вариантов и разновидностей бакасана. Существует так называемая обычная бакасана, когда у нас руки прямые, таз уходит вниз, а стопы тянутся к тазу. Существует вариант так называемой нижней бакасаны, когда угол в локтях у нас сформирован 90 градусов. Также существует вариант верхней бакасаны, когда у нас стопы соединены вместе. И есть еще так называемая самая верхняя бакасана, из которой, собственно говоря, осуществляется переход в стойку на руках. Осваивайте бакасану, практикуйте йогу и будьте гармоничны.